Похоже, он заброшен. Нет, здесь что-то есть. Первое предупредительное, миледи. Рыцарство и все такое. Кто ты? Мое имя Робин. Да ладно, Робин Гуд. Я бы поклонился, да колчан мешает. Итак, зачем вы вторглись в мой замок? Это замок темного. Это ты в него вторгся. Его никто не видел со времен проклятия королевы. Если он явится, я с радостью удалюсь. Нет, не нужно. Пусть замок будет твоим. Мне только нужно поискать здесь кое-что. А кто ты такой, чтобы им распоряжаться? В этой стране меня знают как Белфайр. Я его сын. Мои извинения. Прошу. Что, и документы не спросишь? Кому вздумалось бы называться его сыном? Да, и то верно. Твой отец не терпел самозванцев. Нрав у него был еще тот. Ты знал моего отца? Наши пути пересекались однажды, да. Встречи с моим отцом обычно ничем хорошим не заканчивались. Наша встреча была короткой. Он сохранил мне жизнь. Я перед ним в долгу. Рад буду воспользоваться. Я ищу некую вещь, которую он оставил здесь. Волшебный предмет. Жаль тебя разочаровывать, но я прибыл сюда вскоре после проклятия. И замок был ограблен подчистую. Ничего хоть сколько-нибудь ценного не осталось. Ну, воры забрали только то, что могли увидеть. Что волшебного в этой старой палке? Ее, наверное, потерял кто-то из грабителей. Нет, она принадлежала ему. Видите эти зарубки? Он отмечал на ней, как я рос. Я много раз брал эту палку в руки. Но раньше она не снимала скрывающие заклинания. Мой отец заколдовывал предметы так, что кусок дерева, бесполезный в руках грабителя, в его руках становился волшебным. Или в руках его единственного сына. Он называл это кровным волшебством. В это мало бы кто поверил, но семья была важна для моего дорогого папаши. Ладно. И что же там? Давайте посмотрим.